В Белореченском районе появились новые круги на полях. С виду может показаться, что кто-то просто помял пшеницу. Однако специалистам не удалось найти ни одного следа, ни человеческого, ни от техники. Четыре круга и спираль в поле заметили летчики, которые обрабатывали посевы пестицидами. Они сообщили директору фирмы о необычном явлении. С 90-го года это уже третье появление кругов на полях Белореченского района. Местные жители шутят, пришельцам понравился их район. Отчего на поле появились геометрические фигуры, объяснить никто не может. Круги разных диаметров находятся на небольшом расстоянии друг от друга. В одном из них агрономы нашли воронку глубиной 30 сантиметров. Ни машинного масла, ни следов от техники не обнаружили. Погода тоже не могла такого сделать. Было солнечно, к вечеру вроде как заходил дождь, но было спокойно, ветер был небольшой, порядка 2-3 метров в секунду. Ни грозы, ни порывов ветра, ничего подобного не было. Удивительно еще и то, что посевы примяты на одной высоте и строго по часовой стрелке. Колосья своего цвета не изменили, все остались целыми. Правда, получить урожай с них не удастся. Огромные рисунки.